Ярослав, сложный матч. Начался сразу же с пропущенной шайбы. И насколько это повлияло на настрой, на план на игру? В общем, ну, у нас в последнее время первым пропускали шайбы. И как бы уже, в принципе, привыкли к этому, что так, ну, получается у нас. Но ничего, взяли все в свои руки и продолжили играть, не опустили их и забили. Два последних матча до булитной серии доходят. Что не получается в основное время? Не знаю. Ну, вот то, что мы начинаем проигрывать, потом догонять. И, наверное, когда мы догоняем, потом еще не хватает одного гола, чтобы выиграть игру. Много моментов создаем, но пока шайба не идет. Ну, в общем, по сегодняшнему матчу, каким получился для вас, как для игрока обороны? Ну, сегодня более агрессивный был в плане того, что мы сопернику вообще не давали ничего, кроме первого периода, в принципе. Они откатились, там начали выбрасывать, мы постоянно давили их, больше играли в атаке. Вторая победа подряд после долгой неприятной серии, как встретили ее, потому что Череповец была очень сложной, сегодня вроде уверен. Ну, мы каждую победу, вот, начиная с Череповца, уже как бы очень сильно радуемся, потому что тяжелые игры, через такие игры нужно пройти команде, чтобы она как бы, они как бы сплочают нас, и чтобы двигаться дальше, мы должны через это пройти. Легче дышится. Да? Так, а если глобально какое-то есть объяснение тому, что, ну, проблемам этого сезона, именно то, что сплоченность приходит только еще? Ну, видимо, нам нужно пройти через это, чтобы более сплотиться нам, потому что, ну, как вы видите, мы постоянно давим, много бросаем по воротам, много моментов создаем, но шайба не идет. Сборная обрадовался или отдохнуть на матч хотелось? Да, конечно, обрадовался, потому что когда еще выпадет такой шанс, хорошо, что вызвали.